Лисушки, привет. Вот мама пошла, вот она. Мамуля. Она сейчас с пузиком, да? Не знаю даже. Похоже на могу то. Могу сказать. Так, интересно, вы будете картошку? Картошку, или цыпляк, курочку. Начнем наверное. С картошки, попробуем. А? Нет, такое они не едят. Орешки. Ну тогда у меня есть другое, мама. На, это ты будешь, я знаю. Ой, как вкусно. Кому еще? Оп, молодец. Рыжик. Да не-не-не. Кто? Мамка, уйди, говорит. Оп, молодец. Так, рыжик. Рыжик. Рыжик, пыжик, где ты был? О, да не руки. На. Ну, а тебе не понравилось? Другой надо дать. Ну, на. Может, мама. Что случилось? А? О, на. О, молодцы. А. Приветик такой от Денис вам. Да, а тебе надо, ну, а иди, конечно, дома тебе. Ну, мой хороший. Никак. Да, мамонь, тебе надо все забрать, я поняла. Так, ну ладно, знаете, вот так. А? Ты их перекормил. Они да. Кролика поели. Они всегда так ели, так вкусно ели. Он уже закапал. Ну да, они сыты, смотри, закапывает. Закопал. А, ну да, яблочки они. Они даже яблоки не едят. Все с вами ясно. Ладно, ладно. Погладила, какая мягкая. Мамунь, ты мягкая. Поцелуй передашь? Не надо, все хочется тащить. Я же говорю, мало. Побольше надо. Да, Тём, всем поцелуй. Всем поцелуй такой. Ну что, раз вы так... Не, начали есть. У меня кушать не будешь, у него рыжик. Рыжик-пыжик. Рыжик-пыжик. Красивый, красивый. Рыжий красивый вообще, блин. Такие лапки. Ой. Алла Старцева просила передать вам киперам огромное спасибо, благодарность за ваш такой нелегкий труд. Что вы так хорошо всех кормите, они такие у вас сытые, красивые. Спасибо большое. Рыжуль, все? Да я-то своя. Забыли, да? У них зайчик сегодня был, все ясно. С прошедшими вас праздниками. Пока.